Вот это ребенок, видите? Вот, сейчас я вам покажу. Я считал, что мои дети... Сейчас книгу рекорда Гиннесса открываю по садоводству. Вот это моя малышня. Это моя малышня. Вот. Это моя малышня, видели? Вот это самые юные садоводы. Я гордо говорил, вспомните, это 19-й год был. Внимание, сейчас это немножко для юмора, чтобы не так все грустно было. Во-первых, Павел Черноусов, спасибо вам за эти две фотографии. Спасибо. Пока вы идете на рекорд, ладно. Пока, но не конец. Итак, пишет вам Павел из Новосибирской области. Я осенью заказал у вас косточки, абрикосов, слив и персиков. Высчитал сроки сертификации, исходя из ваших советов. Это первые числа февраля и середина, правильно. Ориентировался высаживать на 27 апреля. Так, первые числа мая. Еще не знаю, для чего оставил с осени 17 сливы персика, купленных на рынке. Вот сегодня сыном заложил на сертификацию. Фото прилагаю. Живу я в городе Черепаново, Новосибирской области. Я, меня, знаете, эти две фотографии меня так умилили, умилили. Вот, видите, семья. Посмотрите, на сколько лет этому ребенку. Что он делает? Он делает сертификацию. А вот второй снимок. Видите? Ну, сколько ему лет, а? Ну, 4-5. Я не разбираюсь до конца. Но, внимание, показываю вам это, мирового рекордсмена для книги рекорда Гиннесса. Самый юный садовод. Уж извините, все-таки второе место у вас. Я перехожу на третье. Согласен со своими детьми. Внимание! Я даже погромче специально сделаю. Долго не могу, а то испортим вебинар. Смотрите. Все, закатар. Да, ну еще косточки добавляй. Приехал оставил. Вот видели? Вы представляете, ну как нас мало? Ой, ладно. Мое обращение. Растите детей садоводов скорее. Я надеюсь, вы тоже умилились, да? На этого, который экскаватором работал.